Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. На улице Ивана Попова камера зафиксировала, как водитель девятки сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На перекрестке улиц Попова и Калинина лихач на девятке решил проскочить перекресток на желтый сигнал. На повторе видно, что пешеход не стал дожидаться зеленого сигнала светофора и пошел на красный. Судя по видео, молодой человек получил небольшие травмы и в итоге перешел дорогу, а лихач на девятке даже не остановился и уехал с места аварии. На улице Московской водитель Grand и Liftback явно забыл о существовании светофора и спровоцировал ДТП. На съемке видно, для водителя «Гранты» горел красный сигнал, но он его не заметил. В это время грузовая «Газель» поворачивала на АЗС и произошел удар. Автор видео надеется, что именно эта запись в случае разногласий поможет установить виновника аварии. На загородной и снежной трассе занесло машину с камерой. Автомобиль развернуло, к счастью, ни встречных, ни попутных машин рядом не оказалось. На Советском тракте владелец регистратора, уходя от столкновения с нарушителем на иномарке, улетел в кювет. По словам автора видео, в ДТП, к счастью, никто не пострадал. Также, на удивление, провокатор на иномарке остановился, вернулся на место аварии, извинился и помог владельцу регистратора выбраться из снежного кювета. Утром на улице Лепсе произошел конфликт между водителями. Внезапно шофер автобуса выскочил на улицу и распинал зеркала на семерке. Также, по словам очевидцев, хулиган разбил стекло легковушки и напал на водителя. Выпустив пар, боец сел за руль автобуса с номером Н-222-ОХ-43 регион и продолжил путь. В салоне в этот момент находились пассажиры, они и стали очевидцами разборки. По их мнению, водитель автобуса явно неадекватный человек. На улице Московской регистратор зафиксировал драку. Судя по всему, на снегу в кругу друзей и знакомых бились подростки или студенты. В ходе драки один из бойцов оказался на проезжей части. На Октябрьском проспекте водитель Kia не учел дорожные условия и переоценил возможности своей машины. По словам автора видео, за рулем Kia сидела женщина. Машину в течение нескольких секунд кружила по дороге. В итоге она остановилась на встречной полосе. Во время этого дрифта никто не пострадал. Женщина долго не могла прийти в себя. На улице Преображенской у внедорожника на ходу отпало заднее колесо. После столкновения автор видео вышел из машины и осмотрел бампер. Повреждений он в итоге не обнаружил, и водитель внедорожника укатил колесо. Михаил Вагин, место происшествия. Спонсор программы «Место происшествия» – сеть магазинов «Лидер Спорт». Ну что, устроим покатушки? В Лидерспорте есть ватрушки, и саночки, и снегокат, и ценам нашим будешь рад. Лидерспорт – твоя веселая зима.